Сегодня я расскажу про то, как обучать модели, используя как можно меньше данных, какие методы существуют в RL и не только. Во-первых, сначала мотивация. Входные данные у нас бывают разные. Иногда мы просто смотрим на картинку, состоящую из пикселей. К сожалению, делать какие-то выводы и учиться на обычных картинках, просто наборе пикселей, довольно сложно и требуется огромное количество взаимодействий со средой и, следовательно, очень много времени. Однако, если мы используем какие-то фичи, которые основаны на состоянии текущем, например, как в Mountain Car, где у нас есть текущая координата и текущая скорость, то там мы обучаемся существенно быстрее. Ну, потому что нам эти фичи не нужно вынимать из среды, а они у нас уже есть. Вот. Сейчас рассмотрим методы, которые позволяют переходить от картинок к каким-то более малоразмерным объектам. Для начала самый простой метод, однако он достиг очень хороших результатов, это Data Efficient Rainbow. Я надеюсь, все знают Rainbow, потому что про него рассказывали, кажется, 2 семинара назад, если не ошибаюсь. Рассмотрим какой-нибудь произвольный model-based алгоритм. У нас есть какая-то модель, есть политика и есть среда. Мы берем в цикле от 1 до m самплим действия и обучаем модель. А потом в цикле от 1 до p мы обучаем агента. Количество раз, которые мы засамплили действия из environment, это k умножить на p. k — это количество итераций нашего алгоритма. p — это третий цикл for. А в replay buffer мы положим k на m. То есть это, еще раз, k на p — это количество раз, которые мы обучались на данных, а k на m — это сколько раз мы взаимодействовали со средой. В обычном Rainbow Decay используются константы p равные 32 и m равные 4. Авторы статьи предлагают взять немного другие p и m, в отличие от оригинальных, и сделать несколько изменений, которые, как они говорят, позволяют достигнуть очень хороших результатов. Первое изменение — это уменьшение m, то есть вот этого цикла, где мы самплим действия из среды. Важным изменением является увеличение шагов в мультистепе. Они увеличивают его от 3 до 20. А также они начинают обучаться сильно раньше, чем у них накопилось достаточно данных. Вот. Давайте посмотрим, какие результаты это дает. По оси ординат Human Normalized Score на 27 Atari играх средний, по оси абсцисс количество взаимодействий со средой. Как видно, линия показывает score, а вот это вот как бы тень говорит нам о выбросах. Линия — это средняя, а вот это какие-то перцентили. Вот. Что из этого видно? Из этого видно, что Data Efficient Rainbow начинает учиться существенно быстрее, чем обычная. Однако он не на 100 тысячах эпизодов, он не может достигнуть хорошего скора. Что происходит дальше? Авторы статьи не говорят. Скорее всего, дальше Canonical Rainbow обучается лучше. Но какие-то результаты есть. Это первый метод. Второе — это уже относится не только к RL, но и вообще к машинному обучению в целом. Self-supervised
learning. Это применяется тогда, когда у нас нет огромного размеченного датасета, но откуда-то данные получить нам надо. Ну, что можно сделать? Можно, например, рассмотрим на примере картинок. Возьмем какую-нибудь картинку и сделаем с ней augmentation. Ну, например, там уберем какой-нибудь кусок, как показано на картинке. Например, у кошки убрали нос и убрали глаз. Например, можно заблюрить картинку, можно добавить шума. Вот. Мы из одной картинки получили несколько разных. И в итоге мы хотим научиться показывать, какие картинки одинаковые, а какие нет. То есть мы хотим научить модель говорить, что оригинал и наша картинка, которую мы заугментили как-то, добавили шума, например, это одно и то же. А, допустим, если тут был бы другой котик, и мы с ним тоже что-то сделали, то наша модель должна говорить, что это уже совершенно другой код. Вот. Ну, как это можно использовать в RL? Например, в RL это можно использовать для того, чтобы предсказывать будущее. Но в области компьютерного зрения это сильно понятнее. Но дальше будет рассмотрено, как это применяется и в RL тоже. Следующий метод — это instance discrimination. В чем идея? Есть какой-то набор картинок. Мы обучили какую-то модель, и она нам научилась говорить, что на картинке изображено. Довольно понятно, что эта модель может путать леопарда с ягуаром и с гепардом иногда, но ей существенно сложнее путать леопарда и с полкой для книг. Вот. Что мы сделаем? Можно подробнее? Я хотел спросить подробнее про это все. Да, пока еще не все. Тут пока просто картинки, что вот путать леопарда и ягуара существенно проще, чем путать книжную полку и леопарда. Ну, что мы будем учить? Мы будем учить глубокую сеть, которая преобразует нашу картинку в какой-то более мелкоразмерный вектор фичей. И будем оценивать вероятность распознать конкретную картинку. Как это будет выглядеть? Для векторов мы как-то обозначаем их близость. Ну, в данном случае это просто произведение скалярное. И делим на сумму экспонент. И считаем лосс. Лосс — это просто минус сумма логарифмов от вероятностей сказать, что наша картинка имеет метку i при условии, что мы получили вектор v. Ну вот. То есть в данном случае вектор v — это результат нашей глубокой сети от x-итого. Ну и такой лосс. Вот мы его стараемся минимизировать. Окей. Следующее. Следующая техника тоже из компьютерного зрения. И она тоже очень похожа. Что происходит? Мы получаем на вход какую-то картинку и по-разному ее портим. У нас есть портящая функция t1' и t, которые мы выбираем из множества всех портящих функций. Справа изображены, какие мы можем брать портящие функции. Например, мы можем вырезать и изменять размер у картинки, можем делать ее черно-белой, можем добавлять какие-то шумы,
можем сглаживать, вот. И можем просто, можем поворачивать, а можем просто удалять часть картинки. Вот. Что происходит? После того, как мы взяли две какие-то портящие функции, t-штрих и t, мы применили их к нашему исходному x и получили два разных x, xt и xgt. Это какие-то испорченные картинки. Ну, там, например, картинка c и картинка h, которую мы получили из исходной картинки a. Потом мы применили какую-то глубокую сетку и получили более мелкоразмерный вектор фичей, так сказать, ошитое и ошитое. Потом к этому вектору мы применили еще одну функцию, которая еще уменьшает размерность. Авторы писали, что это очень сильно помогает увеличить результаты, но не сильно объясняли, почему. Вот. И теперь мы получили два малоразмерных вектора, z-it и z-jit. Причем мы знаем, что эти векторы мы получили из одной и той же картинки. То есть хотелось бы, чтобы они были максимально близки. Вот. И поэтому мы как раз-таки и минимизируем расстояние между ними, то есть максимизируем соглашение. Вот. Это был обзор идей, которые существуют вообще в машинном обучении, в частности, в компьютерном зрении. А сейчас будут рассмотрены уже методы из RL. Вот. Первый метод — это Simulated Policy Learning. В чем он заключается? Алгоритм очень простой. Он заключается примерно в следующем. Он состоит из трех шагов. На первом шаге мы сэмплим действия из среды. Ну, получаем какой-то набор observation-ов. Дальше мы тренируем нашу world model с помощью этих, ну, с помощью того, что мы получили из среды observation-ов. И потом мы уже на этом world model тренируем нашего агента. Вот. Чтобы тренировать вот этот последний шаг, используется proximal policy optimization. И автор говорит, что это хорошо. Вот. Это архитектура сети. Что еще важно? Еще важно, что в данном методе нужно нужно обрезать лосс, чтобы ничего не улетало на бесконечность, потому что, как пишут авторы, без этого не работает, а с этим результаты прям существенно улучшились. Ну, что из себя представляет среда? Нижний слой на вход подается набор из четырех картинок, ну, потому что в некоторых играх одной картинки недостаточно, чтобы понять состояние. Например, вот та игра, которая отображена здесь, где надо шариком сбивать кубики. Исключительно по положению шарика нельзя понять, куда он летит, и поэтому нельзя сделать вывод, куда нужно в конкретный момент двигать каретку. Вот. Поэтому на вход вступают четыре фрейма. С помощью сверточной нейронной сети они преобразуются в штуку меньшего размера, энкодер. В декодере предсказывается следующий фрейм. Получается латентный вектор. Ну и в целом вот. Это архитектура того, что происходит вот здесь вот. Обозначения, какие слои что обозначают. В целом, ну, архитектура. Вот. Теперь для того, чтобы рассказать про на данный момент самый лучший алгоритм, который существует в sample efficiency RL, для начала нужно рассказать немного про soft actor critic.
Что это такое? Это алгоритм, который прям очень сильно похож на алгоритм TD3, но с некоторыми отличиями. Ну, самое первое, он использует entropy regularization. Ну, энтропия — это мера того, насколько случайная величина распределена случайно. Вот. Ну, то есть, если у нас есть какое-то распределение поитое, энтропия — это просто ожидание минус логарифма всех поитое. Вот. И энтропия отвечает в данном случае за exploration. То есть, чем больше энтропия, тем лучше у нас exploration. А так понятно, что если у нас, если мы хорошо исследуем, то это не всегда означает, что мы награду хорошую получаем. Поэтому нам нужен какой-то трейд-офф. Авторы алгоритма предлагают следующий трейд-офф. Мы оптимизируем политику лишь с небольшой добавкой. Вот. Добавка — это энтропия, умноженная на какой-то коэффициент вот этого трейд-оффа, насколько нам важен exploration. Есть на данный момент авторы описывают два варианта разных алгоритмов soft actor critic с фиксированным коэффициентом альфа. Он проще. И с нефиксированным коэффициентом альфа. В чем смысл нефиксированного коэффициента альфа? Смысл в том, что изначально, когда агент по факту еще ничего не умеет, хотелось бы, чтобы exploration было больше, чтобы он исследовал как можно больше, получал как можно больше данных из среды. Но когда он уже что-то обучился и уже что-то знает, как надо правильно действовать, то хотелось бы, чтобы вот эта вот добавка на exploration, она как-то все-таки играла очень меньшую роль. Ну, окей, это политика. Как выглядит Q-функция? Ну, Q-функция выглядит по факту ровно так же, как и обычная Q-функция, но лишь с добавкой на энтропию. То есть просто мы к каждому реварду еще добавляем энтропию, умноженную на какой-то пробочный коэффициент. Вот. Ну, чем, как я и говорил, он очень похож на алгоритм TD3. Так же, как и в TD3, используются, обучаются две Q-функции, и просто берется минимум из них. Однако главным отличием от TD3 является то, что здесь нам не нужен policy smoothing, потому что за exploration нас отвечает энтропия. Вот. Да. Вы могли заметить, что вот здесь вот мы писали формулы с энтропией, а здесь она почему-то заменилась на минус логарифм. Ну, потому что если мы будем самплить действия из нашей политики, то как раз-таки заменяя энтропию на энтропию, вычисленную в одной точке, то есть просто на логарифм вероятности, мы как раз-таки и получаем минус логарифм. Вот. Ну, в качестве лосса авторы предлагают использовать обычный MSE. Ну, он хорошо работает. Вот. Мы добрались до, на данный момент, самого, на 8 апреля, самый лучший алгоритм в плане использования данных — это Curl. Что он использует? Первое. Он использует contrastive learning. Contrastive learning — это вот то, что было раньше, это instance discrimination. Сейчас я покажу. Когда мы стремимся сделать максимально похожими берем исходные данные, добавляем в них какой-то шум и стараемся сделать их стараемся научить агента, чтобы он их делал максимально похожими. То есть он их переводил в какие-то максимально похожие вектора. Вот.
в качестве RAIL-алгоритма используется Soft Actor Critic. Для порчи данных используется crop. В основном используется crop и resize. Вот. Ну и вот. Окей, как это работает? Есть какой-то replay буфер. Мы сэмплим из него какой-то набор observation. И делим его на две части. Первая часть. Да, как мы делим его на две части? Мы берем эти observation и применяем к нему data augmentation. То есть, ну, мы просто берем и кропаем, как рисовано вот здесь вот. Преобразуем в картинку меньшего размера. Ну, было 100 на 100, стало 84 на 84. Вот. Потом оба набора, и первый и второй, пропускаем через энкодеры. Набор, результат того, что получилось от query энкодера, мы передаем в алгоритм reinforcement learning, ну и обучаемся. А то, что получилось от первого энкодера и от второго энкодера, мы вместе передаем в contrastive and supervised learning и стремимся сделать их максимально похожими. То есть, еще раз, в чем идея? Мы знаем, что вот эти данные, данные сверху и данные снизу, это на самом деле одни и те же данные, просто, ну, просто над ними сделали какую-то операцию. Вот. И, следовательно, мы хотим научиться говорить, что на выходе, что наши данные похожи, что мы с ними ничего прям разного не сделали. Вот. Ну, теперь немного про результат того, что получилось у авторов. На чем они тестировали? Это статья DeepMind, и они тестировали, во-первых, на играх Atari, а во-вторых, на своих тестах. И результаты получились очень-очень впечатляющие. Использовалось малое количество шагов. Чтобы обучить политику, требуется обычно несколько миллионов шагов, чтобы прям хорошо обучить. Но они использовали чуть меньше и смотрели результаты вот на этой отсечке. Как видно, на 500 шагов Курл обгоняет всех, в том числе и разные варианты Soft Actor Critic, которые были рассмотрены раньше. Так же, как и на 100 шагов. В принципе, и, как видно, обгоняет довольно сильно. То есть самый лучший SAG ему проигрывает. Вот. Окей. Это другой набор игр и сравнение с другими алгоритмами. Вот тут мы видим обычный Rainbow. Simulated Policy Learning, который тоже был рассмотрен. И, как видно, Simulated Policy Learning и Efficient Rainbow на каких-то играх все-таки показывают лучшие результаты, чем Curl. Вот. То есть, если авторы статьи, если авторы озаботились тем, чтобы сделать алгоритм эффективным, он начинает набирать существенно лучшие результаты на маленьких данных, чем на малом количестве шагов, чем те алгоритмы, которые придумываются на более длинную перспективу, то есть на обучение до конца. Вот. Окей. Тут еще немного графиков на про сравнение Курла и лучшего Soft Actor Critic. Ну, как видно, на некоторых где-то Курл лучше,
но авторы статьи молодцы, и где-то Curl хуже. Причем, как видно из графиков, на большинстве сред Curl намного стабильнее, чем Soft Actor Critic. Вот. Еще немного картинок. То же самое сравнение алгоритмов, но теперь в более наглядном виде. Красненький это, собственно, сам алгоритм Curl. Сравнение с несколькими другими разными алгоритмами. Как видно, он показывает очень хорошие результаты, причем он довольно стабильный, в отличие от всех остальных, и какое-то соперничество ему может предложить только Soft Actor Critic, причем лучший Soft Actor Critic. Все. Всем спасибо за внимание. Буду рад ответить на вопросы. Тут небольшое уточнение, что Soft Actor Critic тут учится по исходному стейту, то есть видит стейт, а не картинку. Вот. Спасибо. Спасибо за доклад. На этом семинар закончился.